Всех приветствую на своем канале. Сегодня проверим такой эксперимент. Купил три пачки M&M's. Вот они. 200, по 200 грамм. 200 грамм. Так. Одна, вторая. Ну, третью я уже начал. Ну, как начал? Отпечатал. Да. Значит, вот они. Эти M&M's. 200 грамм. То есть здесь не указано, что там плюс-минус вес. То есть просто написано 200 грамм. А эксперимент будет состоять в том, что мы проверим как бы вес весом, а количество количеством. Поэтому предлагаю проверить, сколько в каждой пачке находится штук M&M's. Такая коричневая с буквой М. Я ее съем. Для этого, для эксперимента возьмем вот такую тарелку и насыпем M&M's. Открываем. Так. И вот, мы насыпаем. То есть даже такая большая попалась M&M's. Ну, такие разные цвета. Сейчас мы проверим количество, подсчитаем. Вот вторая тарелка. Возьмем тоже второй M&M's. Тоже вот, пусто, открыто, это открыто. Ну, третью мы считать не будем, потому что она уже как бы начата, потому что я уже кушаю, очень вкусно. Сейчас мы посчитаем и проведем анализ по количеству, сколько в первой, то есть это у нас первая будет, это будет вторая. Ну вот, подсчитали мы M&M's, что требовалось доказать, что количество поштучно как бы неровно. Здесь получается 84, это вторая пачка, а в этой получается 83. То есть, соответственно, как бы можно сказать, что M&M's делают то есть разными не только по цвету, но и по форме, по весу, и поэтому как бы то есть, в принципе, разница в одну штуку не очень большая, поэтому кто. Кому понравилось видео, ставьте лайки. И также, кто любит M&M's, также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. В следующем видео я купил такие киндеры. Вот они. Три штуки. Это уже с новой коллекции. Мультфильм будет «Смурфики». Поэтому, кому интересно видео, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч.